В списке социально значимых товаров в стране 19 видов наименований. В перечень вошли мука первого сорта, яйца первой категории, картофель, морковь, капуста, гречка, рис и другие продукты питания. В целях сдерживания цен на социально значимые товары отделом предпринимательства Акимата города Икибастуза на постоянной основе проводится мониторинг. Вместе с тем, 6 января 2022 года Акиматом Павлодарской области постановлением утверждены предельные цены на социально значимые продовольственные товары, 14 наименований из которых поставляются из стабилизационного фонда социально-предпринимательской корпорации «Павлодар». Всего на территории Кибастузского региона действуют 16 магазинов-партнеров стабфонда. Из них 4 в сельской зоне, 2 в поселке Солнечный и 2 в поселке Щедерты. Остальные 12 магазинов у нас расположены в городе Кибастузе. Еще 9 магазинов, по словам Асимгуль Токтабаевой, подали свои заявки на партнерство со стабилизационным фондом. В таком случае в нашем городе число социальных торговых точек достигнет 25. В магазинах-партнерах стабфонда реализуются социально значимые продовольственные товары с торговой надбавкой не более 10%. В перечень входят основные продукты питания, гречка, рис и все основные 19 наименований. В то же время, по словам статистика отдела предпринимательства, в других крупных торговых точках на постоянной основе ведется работа по недопущению превышения надбавок на социально значимые товары более чем на 15%. Как показал небольшой опрос покупателей, цены после новогодних праздников незначительно, но снизились. Приемлемые цены. Мы всегда здесь сюда приходим, именно вот в этот магазин всей семьей и закупаемся здесь самые приемлемые цены в Смоле. Недорого. То есть вы считаете, что самые приемлемые цены у нас в социальном магазине в Смоле, да? Да. А в других точках торговых? Чуть дороже, но здесь самые дешевле. Перечень торговых точек партнеров стабфонда сейчас вы видите на экране. Также он опубликован на официальной странице Instagram отдела предпринимательства. В случае обнаружения в этих магазинах завышенных цен на социально значимые товары, необходимо сообщить в отдел предпринимательства по телефону 34 72 58.